И бать, она еще без звука едет, как бебики какие-то. На прогулку вышли. Стелс миссия. Тэн-тэн-тэн. Крыса. Ай, блядь! Она. Ты жив? Да. Я уложил нас. Высаживайся, чувак. Высаживайся, высаживайся. Он ни разу не попал. Да, мне тоже. Но он, сука, где-то в кусте сидит, его хуй видишь. Она не бесшумно едет. Ну да, она только у нас бесшумно едет. Блять, нет ствола вообще. А, он меня хуярит. Близко? Да в лесу, блять, через дорогу, вот там, где мы вышли. Я смотрю и не вижу. Далеко ты от машины пошел? Он в лицу, он нахуй мимо меня пробежал. Вижу, где твой флайер. Далеко это? Прям в упор. Начи, сука. С топора, блядь. Gotcha, bitch. Готов, блядь. Ебать, охуенно. Пидорас. Ты далеко от флайера? Он все в меня расстрелял. Ебать, не у него патронов. Не один? Не один. Конечно, нет, он не один. Да, есть еще один, так что быстро. Ну, типа, забирай то, что можешь, и осторожно. Спасибо. Подсветил себе, отхуярил. У тебя уже есть огнестрел? Нет, патронов. Есть револьвер и этот, и МП-5. Но этот дурак все мое расстрелял, охуевший. Слишком расточительный попался, все расстрелял по нам. Не попал ни разу. Угу. А, понятно. Мне с кулака треснул бы, представляешь, падла. Сука, как будто старые мы с тобой едем, блять, куда-то, еле-еле скорость на прогулку. Да это пиздец без колес, да. Ну хоть едет. Нихуя ты взлетел. Блять, с фонарем. Ну ты вообще пиздец. Не работает это же. Вот слева пацан целится в нас. Поле, блядь. Или нет, или это пуст. Пацан. Хрух. Эй, пацан. Умер? Да. Блядь, прям в голову. А чё он так долго целился? Да потому что, блядь, не знаю, медленный он. Нашёл, ебать. Хрош, Сеня. Ебать, он у него ещё громкоговоритель. Да, громкоговоритель. Да, у него реально громко говорит, ничего смешного. Рупор. Есть огнестрел у него? Один патрон, потому что у него, вот почему он не стрелял, блядь. И М-ка у него есть еще, прикинь. Бля, нам нужно хотя бы еще одно колесо. Пиздец прогулочка, блядь, на 10 километрах, нахуй даже меньше. В час. Арсений! Ты заказал импланты вместо зубов! Мы приехали в Панкрет! 75 лет назад я воевал здесь! А куда нам? Мы едем куда? Нам же не в Панкресте. В Панкресте? Да я сам. Я дальше, я восточный. Я восточный Панкрест, там, между Панкрестом и Бриком, блядь, кто-то меня хочет запиздить. Правильно? О, пацаны, блядь, иди сюда, нахуй. Тут пидор какой-то на меня нападает. Давай. На восток, едьте по дороге. Ну сейчас. Видишь, ты пидор, блядь. Иди сюда, ты мужик, нахуй. Опять, блядь. Видишь, ты хуйло, блядь. Сейчас братва приедет, нахуй. Покажем. Ты мужик или что? Хули, иди сюда, я говорю. Герарахир, я сказал. Give me a favor, please. Герарахир. Не ебу. Он меня нахуй послал. Он русский пидор, бля. Ебать, а устой, пуля. Поусту, блядь, я судьбу там уж нахуй. Я винку. Уинфучь твой киз дам эти, винку отзывают. Ты видишь заправку там какую-нибудь раду, не? Ебать, шо? Кто это нахуй? Я на стейляк, я на стейляк. Кто? Кто? Кто?
Кто это, блядь? Да зам... А, не, не зомбак. Сейчас, блядь, не придят зомбак. Мои друзья, пизды тебе даст. Стой тут, блядь. Не-не-не, тот лох и в меня магазин пустил и не попал. Сейчас другие приедут. Ты стой, тут ты ровный, парень. Ты ровный пацан? Вот и стой, сейчас будет. Вот. Мы случайно не проехали, Султан? Вот у меня вопрос. Давайте только запомним, как мы выглядим. Стой тут, ты неровный пацан, ты куда пошел? Жди пацанов, сейчас приедут. Мы едем не туда, по-моему. Я не знаю, ты что? Ты вообще не пацан, ты тёлка. У тебя течет между ног, ты видел? Рада дерется, подожди. Я тебя сейчас въебу, блядь, стой тут, я сказал. Раду, беги за ним, мы скоро будем. Если ты мужик, то значит будешь драться со мной. О, едьте, давите его, он, вот первый это он, нахуй. Первый это он, давите его, нахуй, вот он, блядь. Ты куда пошел, блядь? Ты куда, блядь, пошел? Блядь, я сказал, братва сейчас приедет. Я взял ствол. Все, пиздец, бутылку ставьте. Будем сажать на бутылку, блядь, охуевшего. Ты куда побежал, я тебе сказал? На бутылку сейчас будем сажать, блядь, пидора, смотри, что делает. Ой, блядь. Посадил. Посадил. Ты че на братка выебывался, а? Мусор, блядь. Все, пошли. Ебать топу. Он сказал, да нахуй ваших братков, типа. Нихуя вы мне не сделаете. За счет на батареи сейчас будет. Да нахуя, садитесь в машину, поехали, банда. Где банда? Почему банда? Это я. Это Крамер. Ей, еще правее, вон стоит поле. Не целится, что ли? Он стоял, короче, голый. Он говорил, нихуя вы мне не сделаете? Ух, блять, это ты, да? Да, это по мне парень с молотка решил ебать. Ты сам в церкви подойдешь? Не, он пытается мне ебашить. Иду, жди. Бля, слышь, а мне так это неплохо сняло с молотка. Да, еще раз будет, пиздец. Я скоро буду. Где он там? Внутри? Да, внутри бегает со мной. Выходи на улицу. То есть вышел за заднего двора. Ебать, слышишь, я умираю сейчас. Но мне не война. Пидорас. Мне пора уже просто. Ты уходишь уже? Да, да. Ладно, давай. Бля, я опять появился там же, ну ёбана в рот. Повторим план. Сейчас Краймер... Сначала принимаем... Сначала принимаем вот так. Встаньте сразу на свои места поближе, бля, чтобы принять вот нахуй перед собой от бедра. Кто с дробовиками-то? Потом, после того, как открывается лифт, нахуй, вы вылетаете, радуга на... Направо. А Краймер налево, да. Я скажу, что у тебя чисто, и мне чисто, и... Сейчас лучше ходите из стороны в сторону, сразу вам скажу, что вы, блядь. Но на огонь не выходите, кто стоит прямо тут. Кто по это? Или нет? Или это я. Мы почти спустились, готовьтесь. Погнали. Пошли. Чисто. Чисто. Сразу влезь себе вниз. Чисто. Кем-то. Прямо и налево ушел. Второй этаж, короче. Я с другой стороны встречаю. Он тут, зомби тут у меня. Бегает у тебя, да? Может на втором этаже реально. На втором этаже! Я его подстрелил, Раду, ему плохо. Хорош! Отойди, Раду, отходи! Отходи, ебать! Нихуя, да, у вас война! Ебать, он у него вообще не... Он меня не убил, как так-то, нахуй? Я его подстрелил! Ты видел, блядь, как он меня зажимал? Мне вообще похуй, у меня 50% хп, блядь! Это, возможно, еще не все. Я второй не попал, бля, в него, а первый попал. Аж охуел, когда услышал Вьетнам, блядь, как бы взяли. Так, 308 у него. Так, каждый палим. 10-миллиметровые. Винтов у него достаточно. На револьвер. Короче, у него дробаш был, а стрел хуй знает что, СМ-ки, походу. Он с пистолета стрелял, не? С пистолета, походу. А-а-а, с МП-5 он стрелял, где его МП-5-шка? Так, я вижу, но его патроны. Я пижу все его патроны, которые нашел в нем. Да.
и все самое полезное. Я пытаюсь... А, у него М-ка была. Прикрывай меня. Кто может взять эту М-ку? Давай, давай. Я все, что есть. Я все, что есть у него. Раймер, иди, возьми М-ку. А патроны есть на ней? Хотя, стой, 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 забей, я выкину эту М-ку, к примеру. Возьму эту М-ку. И патронов у него нету. Ебать, он запакованный к нам пришел. Так, все есть. Так, готово. А ну, го со мной кто-нибудь. А не, хотя не стоп, мне нужно просто, чтобы вы меня немножко посмотрели. Углы и все остальное. Короче, есть еще одна М-ка. Безумно хорошо это. Он грейбелт спиздил с этого, с генератора. Пес. Так. Я ебать сейчас быстренько Я отсортирую, блядь, все, что есть в нем. Может, поломался, блядь. Так, ну, есть хорошие новости и как бы очень хорошие. Патронов, блядь, вагон и маленькая тележка у нас. Просто ебаный вагон. Я не знаю, как я выжил, блядь. Теперь понятно, почему впитываешь, да? Потому что вообще мне было похуй, он меня стреляет, у него кровь течет. Он не сильно в тебя много попадал. Может, просто не попадал про тебе, да? Второе, я могу кому-нибудь дать пиздатый фонарик, если надо. Я не откажусь. 357 револьвер я выкинул. Патроны, я думаю, аж, если есть. 357. К патронам? Или 357, каких? 357? Да. Один патрон. 9 миллиметров, миллион есть патронов. 308 миллион есть патронов, точка 22 миллион есть патронов. Лазер возьмешь на этот? На М-ку надо лазер пойти. Да, да. Ты где? Я сижу в одном из окон, смотрю на синий. Так, 351 патрон, зайдите ко мне, заберите в номер. А, и бинты, 4 бинта еще кому-то дам. Так, чтобы были настоящие бинты. Мне надо бинты. Бинты вот положил, 357-й вот возьми. Он один, правда. Держи лазер. Давай. Так, бинты. Вот бинты, вот они тут. Нашел. Ага. Лазер взял на калаш, сейчас проверю, как работает. Не работает тактик. Уверен? Встать тут, что? Блять, он пришел ко мне. Пацаны. Не, нету них, я, блядь, надо стрелять его, короче. Все нормально. Подстрелился, ну что ты нам их собираешь? Да вот хуй. У меня есть пистолет и патроны с ним. У меня есть пистолет к нему. Ну дайте мне, у меня есть место, я возьму, иди я подошью. Сюда, на, 10 вот. Положил, прям под себя выкинул. Не знаю, где-то здесь лежат. Нашел. Вместе с магазином. Я тактику сейчас настрою, секунду, у меня какие-то проблемы с этим. Окей, биндингс. А, я зомбакнул. Нихуя, это, наверное, так. Ну-ка. Вон, смотри, ебать, рада, я могу показывать. Мы с Арсением можем смотреть. Знаешь, где мы заметили пацана? Смотри, он там. Да, смотри на улице. На улице, посмотри. Вон там, смотри, вон там челик. Вон там. А, тут, видишь, вот, тут ветки мешают. Ветки мешают. Куда пойдем? Можем машину. Приехали. Нам нужно патроны на М-ку. Где можно достать патроны на М-ку? И на аэропорт съесть. Ну поехали на аэропорт, но патроны на М-ку тут. Давайте вниз, у кого там есть дробовики и все. Не, ну у вас по сути есть патроны, вы можете вдвоем справиться. Я буду с дробовиком, с краймером. Ну это такой ган, понял? Вниз, давайте, у кого есть там. Ебать. Это по нам, задник. Я слышу, блядь, там окно. С окна. Я вижу его. Какой этаж? Я дал ему пипал, он готов. В проходе там сидит, хорош. Да, все, он готов. Хорош, хорош. Батя, он зажал, конечно, по нам. Бля, вот ублюдок. По-моему, с калаша зажимал. Но может быть не один. Давай съем страшно. Так, нет, это не тот там. Тут они не соединены. Быстро, но по нам с крыши сейчас еще будут сжимать. А я тут уже внутри. Так ведь заходи дальше, бля, что ты стал? Я не могу, ты меня закрыл, бля, дорога. Так надо раньше было заходить. Я на второй этаже, аккуратно. Ванную да. Проверяю, тут нормально. Второй чистый. Окно вижу.
Я разобью стекло себе. Оно не бьется. Понял. Третий смотрю. Третий вроде тоже чистый. Вот пидор. Он кого-то попал? Нет. Ты уже на ту крышу запрыгнешь? Вот тут. Поэтому. Я не верю, что ты далеко дойдешь, ты, мне кажется, сразу съедешь вниз. По охуенно тонкому льду. Не, ну можно пройтись. Ебать, я зашел. Ты зашел в здание? Налево сразу, да, заворачивай. Тут нормально. Бля. Все как в стендалоне? Все как в стендалоне, бля. Бля, ебать, велик. Бля, страшно, что я сейчас съел, где заходили. Я там, больше мы терпим. Там то же самое, там то же самое. Оно просто так выкидывает тебя с этой текстуры, что, не знаю. Бля, фух. Не улетел. Страшно. Да, все. Прощайте, друзья. Блять, я же говорил. Пиздец. Ай, хуй с ним. Да, мне что-то пиздец. Там бак, наверное. А, ебать, вот он. Нихуя себе, в натуре он здесь есть. Охуеть, ковш. Сначала вот все начинается с автобега, потом заканчивается автострельбой. Потом просто надо зайти на сервер, и персонаж все делает сам. Да. Ну, сам бегает, стреляет, убивает, да. Лутает. Ебать, ребята. Вот это да! Это... О, ты где? На дерево залез. Гук тупо. Бля. Я умер! Бля! Чё? Лутай, народ, блядь. Вот его труп.